Детский садик. Привет! Сегодня мы с тобой, воспитатели, в детском садике. Это ясельная группа. Здесь самые маленькие детки. Одного мама утром не умыла. Вылезай, малыш. Будем смывать пен. И ножки. Давай тебя вытирать. Это трусики-подгузники. Не плачь, не плачь. Давай мы тебя покачаем. И тебя покачаем. Больше никто не плачет. Знаешь, что мы с тобой забыли сделать? Посчитать малышей. Поможешь? 1, 2, 3, 4. А должно быть 5. Это мы пятые. Мы, простите, мы немножко опоздали. Она все утро капризничает. Не переживайте, идите на работу. Мы успокоим вашу малышку. У нас с тобой никто капризничать не будет. Малыши расстраиваются либо когда устали, либо когда голодные. Остальных тоже нужно накормить полезной кашей для малышей. Чтобы приготовить кашу для моих игрушечных малышей, нужна настоящая вода. Включаю плиту. А вот моя игрушечная каша. Помешаю. Получилось очень густо. Малыши же не умеют кушать, как мы. Они кашу пьют. Значит, нужно добавить воды. Угадай, сколько у меня бутылочек? Конечно, 5. Для каждого малыша своя. Дети, обед готов. Интересно, кто самый голодный? Накормим и вас. Она улыбается, смотри. А ты знаешь, где малыши лучше всего спят? На свежем воздухе. Пора одеваться. Положим всех малышей в одну большую коляску. Подушки маленьким не нужны. А кто будет плакать, того запеленаем, чтобы малыш не будил себя ручками и ножками. Эй!
а у тебя будет свободное пеленание. Ручки вверх. А ножки закроем, чтобы не замерзли. Они уже почти спят. Светит, светит ярко, ярко с неба звездочка в кроватку. Капуки канавки. Привет! Я иду к своим игрушкам читать книжку. Кто перевернул грузовик? И не убрал за собой пасту? Ай-яй-яй! Зубная щетка не на месте, а грязная посуда на земле! Здравствуйте! Сейчас Лаки и Шоколадка будут убирать за собой игрушки. Ой, убрать-то за собой забыли. Извините! Уборка – это весело! Помогайте! Шоколадка, давай в красный вагончик положим грязную посуду. Хорошо. Вот грязная чашка. Грязные тарелки. Желтая чашка. Умывальник на место убрать. Ой, расчесочка, забыла. Лаки, подъезжай. Ой, я еду. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух-чух. Помогай мне двигать игрушки. Мы едем наводить порядок в автосервисе. Здесь кто-то чинил грузовик. У него колесо выкрутилось. Не может быть. Давай проверим. Все колеса крутятся. Грузовик может ехать! Лучшие автомеханики! Автомеханики должны убирать за собой инструменты. Договорились? Да! Клади ее в ящик для инструментов. Отвертка. Гаечный ключ. А это плоскогубцы. Скажи, плоскогубцы.
гоном! Готовы? Поехали! Лаки, он такой внимательный. Здесь стоят машины. Бетона мешалочка. Более два. Экскаватор. И грузовик. Грузовик. Вот. И наши грузовики. Вот. И здесь припаркуем. Отличная идея! Как я люблю порядок! А куда? Умывальник? Конечно, в ванную! Идем, покажу! Это ванная комната! Шоколадка, подожди. Давай поставим чашки в посудомоечную машину правильно. Их нужно перевернуть, иначе внутри останется грязная вода. А молоко в холодильник. Закрываем. Можно идти читать. Ты любишь читать книжки? Я очень люблю. Проблемка. Мы забыли убрать машинки. Ой, какие красивые. Маленький мусоровоз и грузовик. Маша, звони автоводу. Звоню. Алло, автовоз, ты забыл на детской площадке свои машинки? Приезжай, пожалуйста, срочно. Ждем. Теперь можем читать. Книжка называется «Веселые машинки». На детской площадке стоят маленькие разноцветные машинки. Красная, голубая, зеленая и желтая. Грузовичок Лёва хочет собрать для них автовоз. Да-да, из-за Вани скоро приедет автовоз. Соберем автовоз вместе. Сиденья, руль, колеса и прицеп с платформами. Автовоз почти готов. Осталось установить правильную кабину. Помоги Лёве ее выбрать. Ой, подвиньте, пожалуйста. Не это. И не это. Это кабина скорой помощи. А ты знаешь, где кабина автовоза? Правильно. Вот она. Маленькие машинки заезжают на автовоз. Давай их посчитаем. 1, 2, 3, 4. Автовоз поехал катать машинки. Пока-пока! Пока-пока! Лёва хочет собрать еще один автомобиль. Интересно, какой?
пожалуйста, увезти на парковку маленькие машины. Ой. Я большой. Ты большой. Мусор у нас тебе. Оп. Я поехал. А я хочу снова кататься на поезде. Можешь почитать интересную книжку своим игрушкам или послушать песенку грузовичка Лёвы. Пока!